Приветствую всех. Рекомендую посетить музей Рахмием Коча. Это частный промышленный музей, посвященный истории транспорта, промышленности и коммуникаций. Находится этот музей в Стамбуле, в Турции. Этот музей был основан в 1991 году самим Рахмием Кочем. Это член самой богатой династии в Турции и бывший председатель, ныне почетный председатель Коч Групп. Он был открыт 13 декабря 1994 года. И музей расположен в двух исторических зданиях, пристроенных друг к другу в районе Хаскей на северном побережье Золотого Рога. В этом музее находятся средства связи, которые представлены в огромном количестве и за все время существования, как другие экспонаты. Видимо, собирались очень долго, и коллекция насчитывает огромное-огромное количество данных экземпляров. Как я понимаю, автор коллекционирует все подряд, и также присутствует коллекция даже компьютеров Apple всех времен. В коллекции много интересного не только для взрослых, но и, я так думаю, для детей, так как много всяких механизмов можно запустить, просто нажав кнопку и посмотреть, как этот механизм работает. Причем эти механизмы от небольших размеров в виде двигателя, автомобиля, бытовой техники до двигателя корабля. Очень много моделей и технических машин, и автомобильной техники. Также есть мотоциклы, паровые машины. Большое количество здесь на территории железнодорожного транспорта в виде поездов, вагонов. Ну, присутствуют еще и лодки, пароходы, самолеты, танки, подводная лодка даже есть. И все это настоящее и реальных размеров. Причем
Во многие экспонаты можно просто зайти, потрогать, понажимать кнопочки, подергать рычаги. Приходя в этот музей, ну, я так понимаю, взрослый молодец до детского возраста. Ну и не забывайте, что вторая часть музея находится еще на противоположной стороне дороги. Поэтому рекомендую к посещению в любое время года. Ну и запаситесь временем, так как минимум понадобится 4 часа, чтобы все это обойти. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.